Антоновичем. Дорогие студенты, преподаватели, профессорско-преподавательский состав, дорогие первокурсники. По поручению губернатора Санкт-Петербурга Георгия Сергеевича Полтавченко передаю от него вам поздравления с этим знаменательным днем. В нашем городе сегодня большой праздник. День посвящения студенты для многих тысяч петербуржцев и тех, кто приехал учиться к нам в город. Петербург по праву называют и студенческой столицей страны. Почти каждый десятый житель нашего города студент. Дорогие первокурсники, вы живете и учитесь в одном из самых замечательных городов мира. Он прекрасен не только своей уникальной красотой и неповторимой творческой атмосферой, но и мощным интеллектуальным потенциалом. Вы можете и должны стать не только образованными, но и по-настоящему культурными людьми. Ведь Санкт-Петербург – город-музей, культурная столица, и он предоставляет вам такие возможности. Сегодня мы поздравляем преподавателей первокурсников с начала занятий в новом учебном году. В одной из уникальных в нашей стране высших учебных заведений – это Балтийский государственный технический университет «Военмех» является ведущим техническим университетом России, сумевшим за годы развития сохранить и приумножить достижения отечественного и мирового инженерно-технического образования. И за это в первую очередь стоит поблагодарить профессорско-преподавательский состав «Военмеха», который успешно создает прекрасные условия для развития талантов и способностей своих учащихся. ПТУ стал школой жизни для многих известных людей во всем мире. Среди выпускников «Военмеха» более 200 лауреатов государственной премии, правительства и президента Российской Федерации, Герой Советского Союза Георгий Михайлович Гречко, Дмитрий Федорович Успинов, Герой Советского Союза и Герой России, почетный гражданин Санкт-Петербурга, летчик-космонавт Сергей Константинович Крикалев, Герой России, летчик-космонавт Андрей Иванович Борисенко, выдающийся создатель артиллерийской ракетно-космической техники Петров, Рудяк, Уткин, Козлов, Ефремов, Соколовский, Тестоедов, Клейман, Малишевский. Дорогие первокурсники, вам есть с кого брать пример. Кстати, ваш ректор Константин Михайлович с отличием закончил этот вуз. Уверен, что вы сделаете все, чтобы ваш вуз мог вами гордиться. У вас впереди годы учебы и интереснейшей студенческой жизни. Правительство Санкт-Петербурга делает многое для поддержки научно-образовательной сферы. В городе реализован комплексный программно-целевой метод поддержки и развития системы науки и образования. Сформирована уникальная система отбора и поддержки талантливой молодежи, от школьников старших классов до молодых кандидатов и докторов наук. Это и олимпиады для школьников, специальные стипендии, молодежные премии, конкурсы студенческих исследований, инновационных проектов, гранты и субсидии молодым ученым и многое-многое другое. Главное, что в городе формируется среда, способствующая созданию устойчивых контактов между молодежью и учреждениями, ведущих образовательную, предпринимательскую и научно-инновационную деятельность, потенциальными инвесторами и другими субъектами бизнес-процесса. Дорогие друзья, сегодня вы все становитесь членами университетского братства. Я хочу пожелать вам стать лучшими выпускниками знаменитого «Военмеха». Ваше будущее рождается сегодня в прославленных университетских аудиториях. Ничего не откладывайте на завтра. Здесь и сейчас достигайте своих главных жизненных целей. Будьте успешны и благополучны. С праздником!